Подождите, нет? У меня там 6 штук. Кто забрал? Да, я их уже... А это так выглядит аппарат наш, да, воздушного охлаждения. Новая конструкция, вот уже покрашенный. Потому что у меня там был не покрашенный, а тут уже покрашенный. Даже уже облупился в некоторых местах. Это приятно, значит, поработал. Приятно. Александр Николаевич с яблочком. А звук-то какой? Так, еще раз давай проверим, ничего не забыл. Твою, Вань, моя тут и не тут. Так, мой один спиннинг, ружье. И там синяя ручка спиннинг. Все, мой. У нас их больше, вот еще один даже. Да, два, не снаряженные лежит, да. Дополнительно. Да. А что, а вот я тут тоже не снаряженный, да? Ну, снаряженный. Ну только не забрасывал его, да? Туманный Альбион. Так, да, не вам само раздут еще. Не, раз тут клюнул, значит надо крутиться. Чего у него такие задырки на голове? Это сенсоры. А. Она же в темноте ебашит. Сенсор. Ну я так перевел тебе. Я понял, понял. Хуй их знает, как они правильно называют. Блять. Вот у кошки, эти самые, маленькие усики. Это дело надо... Маленькие усики. Брызнуть, да. Слышишь, маленькие усики у кошки, знаешь, как называется? Как, вибрисы. Вибрисы, это я знаю. Ну вот, а у этой твари, как это все называется? Пес. С почином. С почином. Да. Да, хороший. Сатижи дайте. Давай, потому что там крючок обломил. На. Обломился даже? Да. На. Давай, давай. Надо обломок тебе. А что это обломился у тебя крючок? Ну, один клык обломил. Гнилой, что ли? Ну, как гнилой, если только купили? Китайский. Как китайский, называется? Значит... Дешевка называется. Отличный. Китайский, значит, отличный. Выскочил, кажется. Да. Супе найдешь. Вот тут оно. Спасибо. Здоровье, кушайте еще. А что там? Даже не знаю, нет, главное, что там цепляться будет. А, живой, не живой. Так. Я кому лишь не прием, блядь. Где твои? Это свой, это свой. Хорошо, привет. Как катится-то, а? О, хорошо.
Ну что, сезон моржевания продолжается? А как же? Не, он сейчас не пьет, он с дорогой камерой. Сезон моржевания. У нас он лицо. Короче, там нырка подранил. Вот видишь, заменил ловлю рыбу-то, а? Да, ловлю серенький, да, вот такой? Да, вот такой. Бля, я же тебе говорил-то. С глаза бей. Кого ты учишь, Юр? Вот я вам говорил-то. Мне просто нужно было испытать. Узнать-то. Где что? Всего лишь-то. О-о-о, бочином. Я знал-то. Хотелись, бензин так и остался полный, то есть экономичность вообще. Он очень экономичный. И вы еще на полном газу, я смотрю, тут летали много. Мы пытались, да. Кстати, дай-ка я пока мы не тронулись, газ проверить. Что-то, мне кажется, опять он там немножко слетел. Не выворачивается. Там пол оборота всего, Руслан. Да я понял, главное здесь попасть, да, только попасть. Шурик. О, как? Привет. Не клюет. Ты знаешь, какой блесну взять? Будь да не тот вопрос. Приехали москали, напрягли что-то. Берем да вот такой. Блин. Мы, ты знаешь, мы думаем нам нырнуть и блесну зубы взять. И спросить у щуки, ты на хуй зараза клевать? Кривульку такую. Ничего себе! Молодцы! Ну, китайцы. Что случилось-то? Да пробовал, не задеться. Просто пружину ставлю на твоей власти, а моей другой задел, потом выстрелил свой, а это самое. Может, к берегу поплыли, что-то... Да нет, да плыву. Карандаш вообще отличный. Не, ну оно залезло, мужики, там да не, все там было буквально минуту. Да, быстро все. Не, ну с какой скоростью сейчас несут, все работает, все вообще. А это у нас Юрка рыбу коптит. Да. Коптит Андрей, я присутствую. Утку он уже скоптил. Сейчас попробуем. А теперь пытается рыбу коптить. Да они сырые, господи. Нормально. Да ну прекрати. Маленько жесткие. Сырые. Не, они, может, сырые. Они может и не жесткие, но сырые точно. Слышь, как под Божий. За вкус не отвечаю, но горячо. Там кровь бывает. Кровь. Кровь. Как это называется? Да. Мясо по-французски. Да. Изгаляется, сволочь. А мы чем хуже? Вот сейчас попробуем.